Здравствуйте, дорогие мои соотечественники. Вот девушка в голубом льняном прошла, по-моему, это даже было в манго, такой пиджак с брюками желтого и голубого цвета. Это вот отель Баур, прямо на Сан-Марко, где все шопинги, очень дорогой. Потом я туда зайду. Сейчас идет Cinema Festival, кинофестиваль Венеции. Я вижу, что наконец-то начали собираться туристы, но внутри магазинов, внутри бутиков вообще никого нету. Мы были почти единственные клиенты, что в Эрмесе, что в Луи Виттоне, что в Картье. Я заходила поменять ремешок, потому что меняла 2 года назад. Крокодиловые ремешки стоят 310 евро. Всех цветов есть. Я уже про это сделала видео. Вот, гондольеры сегодня вечером. В Венеции будет феста. Феста диригата. Будут все по большому каналу, Гранд-канал, проплывать на своих лодочках. 6 часов вечера будет. Вот, кстати, которые хотят экономический отель, экономичный отель есть напротив отель Баур, прямо в центре Венеции есть 3-звездочный отель, где я когда-то была. Виолина де Ора называется, вот он напротив.